Ничего тебе с нами не работалось. Где она? Ты, пожалуйста, не переживай. Скоро все будет хорошо, они тебя отпустят. Аня, не переживай. Скоро мы тебя отпустим, и все закончится. А где это наш герой? Куда это он подевался, а? Что, нравится? Нравится? Посмотри, посмотри. А ей нравится. Не надо, пожалуйста. Брат, не надо, я тебя прошу. Не надо, брат. Брат. Ура! Я тебе сколько раз предупреждал, а? А ты вспомнил, что брат только когда жить захотелось. Оружие на пол! Руки за голову, я сказал! Руки за голову! Оружие! Оружие на пол! Вы окружены! Жека! Жека! Жек! Мать, ты что творишь? Они с другой стороны. Сейчас мы вас будем убивать. Как? Молча! Дядя, ты кто вообще такой? Я Бог, я царь. Я Валера. Евгений, если ты настаиваешь, то тебе так удобнее, да? Я стараюсь. Как-нибудь сюда. Тут что-то на меня сыпется. Пыль, наверное, отбивка. Мука какая-то, что ли? Не, это не мука. А что это? А это, похоже, еще одно дело намечается. У меня ребята в ССКР. У меня лицо не имеет, Игорь. Слышь, черти, правосудие вернулось в город. Накрыло. Да. Как ты? Тихо, тихо. Все позади.